Ну вот мы на даче, постелили полы, вот эти USB на кухне тоже я обещала вам показать. Вот теперь мы все навели порядок полностью, топим печечку. Вот у нас кухня наша. Тут тоже полы USB везде утеплили. Все тепло, хорошо. Красота. Сегодня я приготовила ужин на даче. Отварила картошечку, запекла леща 2 штуки. Отрезала головы, хвосты. Вот так вот надрезы сделала, чтобы косточек не было. Намазала майонезом. Адыгейская соль, соевый соус. Все перемешала, чуть растительного масла добавила. И на маленькой формочке стеклянной обложила еще тыквой. Очень-очень вкусно получается. Сейчас будем ужинать. Салат сделала, помидоры, огурцы. Внизу пекинская капусточка. Все порезали, редисочка есть. Вот, мы ужинать садимся. Всем всего хорошего. Добрый вечер.